Сегодня на базе средней общеобразовательной школы номер 1 прошла традиционная осенняя ярмарка, в которой принимали участие ребята с 3 по 11 класс. После уроков на улице появились первые столы-прилавки. В торговых рядах наступило настоящее ярмарочное оживление. Участниками стали не только ученики и учителя, но и их родители. К тому же погода порадовала всех ярким солнышком и теплом, поэтому ярмарка проходила прямо на пришкольном участке. Это праздник урожая и изобилия, который всем ее участникам дает понять, насколько богата и плодородна земля. Каждый класс постарался удивить гостей урожаем с огорода, который в причудливых формах пестрил на столах. Яркие декорации, сделанные руками учеников, создали уютную атмосферу, а аромат свежей выпечки и осенних блюд наполнил воздух. На ярмарке можно было попробовать домашние пироги, тыквенные кексы, варенье из ягод и множество других угощений. Дети с радостью делились своими кулинарными шедеврами, а гости могли насладиться не только вкусами, но и атмосферой дружбы и единства. Также праздник был наполнен концертными номерами. Учащиеся с воодушевлением приняли на себя роль продавцов, превращая свои лавки в настоящие гастрономические уголки. Каждый класс подготовил презентацию своей лавки. С каждым проданным пирожком и каждой улыбкой ярмарка принимала свои яркие краски, погружая всех участников в атмосферу осеннего волшебства. Я считаю, и дети довольны, я считаю, что она нам удалась. Удалась на славу, потому что практически все классы, все учителя были вовлечены в эту работу. Им всем понравилось. Продукция была самая разнообразная. От выпечки домашней до фруктов, овощей, которые вы сами видели, были представлены в очень интересном варианте. Стоимость, которая была установлена всех товаров, была не больше 100 рублей. На этой ярмарке не только была представлена продукция, которую можно было продать, но и продегустировать тоже бесплатно. Сегодняшний день стал настоящим праздником, который принес много ярких и незабываемых эмоций как детям, так и их покупателям. Отметим, что ярмарка стала отличной возможностью для детей проявить свои таланты и креативность, а также научиться работать в команде.